Финальный бой весовой категории до 52 килограммов. Рефери боя, судья международной категории, мастер спорта России Александр Дудинский, город Мончегорск, Мурманская область. Красного ринга Виктория Застрялина, Тверская область. Синим углу ринга Вера Юрченко, Краснодарский край. Yeah!
синем углу ринга готовится к третьему раунду финального боя Вера Юрченко, Краснодарский край. Спортсменка 2004 года рождения, представляет детско-юношескую спортивную школу станицы Марьинская. Боксом занимается 3 года, счет боям на ринге не ведет, имеет первый юношеский разряд. Тренируется под руководством Алексея Сахно, Алексея Бруса и Ивана Маршалкина. Секунданты за ринг. Приготовиться к церемонии награждения медалистом весовой категории до 50 килограммов Валерия Ленькова, Краснодарский край, Алина Герасименко, Краснодарский край, Мария Калиничева, Карелия, Мария Петрова, Псковская область. Единогласным решением судей победу по очкам в финальном бою и звание победительницы первенства России завоевала спортсменка из красного угла Виктория Застрялина, Тверская область.